непонимание было уже во втором веке. И вот, пожалуйста, я сейчас познакомлю вас с этой Дидахой, учение 12 апостолов, что здесь даны советы, советы, как нужно жить. И самое главное, что пойдет потом через все писания апостольских отцов. Есть два пути. Один жизни и один смерти. Не узкий и широкий здесь говорится, а путь жизни и путь смерти. Это будет повторять потом и Климент Римский в своем послании. И вот путь жизни. Возлюби Бога, создавшего тебя, ближнего своего. Не делай другому ничего, чего ты не желал бы, чтобы случилось с тобою. Благословляйте проклинающих, молитесь за врагов, поститесь за тех, которые преследуют вас. И цитируется, цитата идет. Дальше. Воздерживайся от плотских и телесных похотей. Если кто ударит, если кто отнимет, если кто возьмет что-то. Цитата опять идет. Вот. Личный их вклад – это относительно милостыни. Пусть запотеет милостыня твоя в руках твоих, прежде чем ты узнаешь, кому даешь. Вот это личное такое изобретение, совет. То есть в голову не приходит сказать, что, друг, прежде чем ты дашь милостыню, помолись Господу. Пусть Дух Святой тебе подскажет, тебе откроет. Вы понимаете меня? Потому что мы сейчас знаем и уповаем на действие Духа Святого, знаем его действие, знаем его роль в нашей жизни, и мы всегда не ждем, пока запотеет милостыня, а мы сядем и подумаем. У меня есть такая возможность. Кому? Пошли, Господи, навстречу мне, нуждающемуся. Дай мне увидеть его нужду. Дай, чтобы... Потому что очень много исследователей. Столько детства написано вещей. Не отказывай бедному и не давай богатому, а то беднеешь. А мы делаем наоборот. Богатому лучше дадим, а бедному нет. Знаете, как интересно? Это написано в притчах. Исследуйте Писание. Исследуйте. Вот, и поэтому вот они дают такую... Вот, нужно разобраться, кому дать милостыню. Правильно они понимают проблему. Но они ее не умеют решать с помощью действия Духа Святого, который в них обитает. Они не доверяются этому. Еще один момент. Тут они все там. Не убивай, не прелюбодействуй. Убегай от всякого зла. Цитаты, цитаты. Вот, там, путь смерти, там. Вот еще есть момент, который они, церкви очень бурное такое общение имели между собой. Вы помните апостола Павла? Примите, много потрудился брат там или сестра, примите с любовью, чтобы не ушел с пустыми руками от вас. И некоторые пользовались, приходили под видом братьев, вкрадывались, жили, пили, ели, спали, в общем, пользовались добротой верующих. Вот они тут пишут тоже. «Не всякий, говорящий в духе, есть пророк, а только кто имеет нрав Господень. И никакой пророк, назначая... всякий пророк, научающий истине, если он не делает того, чему учит, это лжепророк». И еще, приходящий во имя Господне к вам, да будет принят, а потом испытавши, вы узнаете его. Вы должны иметь рассудок и отличать правое от левого. Если пришедший странник, помогите ему, но он не должен оставаться у вас доли двух или трех дней. Если дольше, то это что-то такое уже подозрительное. Живет уже, зажился. Ну вот, если он не знает ремесла, то поразмыслите, позаботьтесь, чтобы он мог работать, чтобы христианин не жил у вас без дела. Если он не захочет с этим сообразоваться, то он христопродавец, и держитесь подальше от таковых. То есть они хотят опять какие-то здравые мысли дать, как определить, вот три дня, если три дня, больше трех дней, это уже христопродавец. Понимаете, здесь тоже ты можешь помолиться Господу и сказать, что за человек ко мне пришел. Господь откроет, какой человек пришел. Вы поняли меня? Они стремятся, и эта тенденция была первой церкви, выработать правила.
и жить по правилам, чтобы Евангелие было новым законом. Тоже, значит, самая главная беда у них – это законнический такой дух. И второй закон. И неясно, да, затем разделение Христа и благодати. Этому как-то отдельно от него и церковь распоряжается. И не очень понятно смысл креста его. Вот здесь у вас вот написано Писание апостольских отцов. Их характеристика. Ну, первая характеристика, это на 35-й странице, нехватка оригинальности, глубины и ясности. Ну, это вам понятно уже. Цитируют. Нет оригинальности, они цитируют. Я вам прочитала вот из Дидаха. Затем скудость такая. Они в полном согласии с учением Писания. И точно по-библейски выражаются. Цитаты. Вы знаете ли, что... Вот я вам уже говорила, что такой период был в наших церквах, когда не было учителей и не умели люди добывать знания. А они просто читали. Просто читали, просто цитировали. Я только думаю, как милостив Бог, что и через это спасались люди. Вот Вальтер Завадский, не знаю, читали вы или нет, он описывает как раз послевоенные церкви, описывает, как вернулся солдатик с войны, и он ни Писания в глаза не видал, не читал ничего о Боге. Но он вот явился и говорит, Бог вот, вот каяться надо, вот Бог есть. И к нему домой вся деревня сбежалась. Слышите, когда он вернулся, солдатик, так о Боге говорит. А он и сказать ничего не может. А люди набивались и набивались, кричали, плакали, молились, каялись. Завадский, следователь, пользуется источником. И спасены были. Покаяние Господь принимает. И по таким, по слабым таким, потому что он назвал имя Божье. «Призови меня, я услышу тебя». Избавлю тебя, и ты прославишь меня. Ну, имя мое назови. Я просто хочу сказать, что это дивные отцы верующие, первые. И Бог их слышал, и принял, и благословлял их труды. Но факт остается фактом, что мы в их трудах, мы не найдем оригинальности, глубины, и там не было философских умов. Это потом, когда философы будут обращаться, как Юстин, начнется вот какое-то богословие. Да поэтому такая вот посредственность. Нехватка определенности. И нехватка определенности, потому что они не знают вот этого значения креста, значения благодати, связь благодати с Иисусом. Не очень было ясно, что произошло на кресте. Они думали так, что Бог на кресте дал возможность людям покаяться. Сейчас я вам эти моменты прочитаю. Вот. Они не могли оценить личности Христа. Он отошел на второй план. В посланиях отцов нет личных отношений с Ним, кроме послания Игнатия и Поликарпа. На Бога они не смотрят через Иисуса Христа. Знаете что? Вот это великие слова. Христос есть Господь. Кажется, понятно, да? Христос есть Господь. Но ведь тут выражена мысль, что Бог таков, как Иисус. Бога не видел никто никогда, но единородный Сын Божий. Он явил его. То есть Христос есть Господь, это означает, что Бог таков, как Христос. Он открыл нам себя. Ну и интересные вещи Муди, Дуайт Муди, известное вам имя, да? Он сказал, когда ум верующего поглощен мыслью об истинном Боге, Творце и обеспечивателе всего, то очень многое важное в христианской религии оказывается в пренебрежении
и неправильно понятым. Понимаете как? Они не занимались Христом, они занимались Богом. А Христос как-то не очень понятно вот здесь. И у них... Поэтому неопределенность их писания. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com.